Знешнеэкономичная деятельность и готовность до полевых работ. На сегодняшнем посяжении Гомельского облвыканкама разглядали пытание дальнейшего развития региона. С реальной ситуацией ознакомились наши корреспонденты. Знешнеэкономичная деятельность – бодай головная крыница отримания валютных сродков. На Гомельщине у поравнанні с 2018-м показчик по экспорте товаров перевысил 120%. Больше предугледженного першопочатковыми планами поставлено товаров у Китайскую Народную Республику и краины Евросоюза. Разом с тем, это агульнообластные показчики. Подчас посяджения облвыканкама называют районы, где ситуация не такая оптимистичная. Гомельскому гарвыканкаму и усім райвыканкамам до 20 соковика доручено представить пропановы по заключении двухбаковых документов об межрегиональном супрацовництве у рамках форума у регионов, которые пройдут у этом годе. Плюс удел субъектов господарения у национальных выставах Республики Беларусь за межой. Особная увага экспорту послуг. У целом тут так само неадренные выники – 111%. На 7% больше запланованного. Только будовничая галина отримала больше, как 47 миллионов долларов на экспорте архитектурных и будовничих работ, плюс 21 миллион на экспорте будовничих материалов. Правда, эта лишба повинна быть больше значной. Недопрацовки уличили и сёлета у галиновом комитете обещают их выправить. Основными игроками по строительным товарам у нас являются это Гомельстройматериалы и Гомельжелезобетон. Скажем так, если обратить внимание Гомельстройматериалы, то они в первом полугодии немножко был спад, потом переориентировался рынок продажи продукции, потому что они работают, ну, в основном-то Европа, Российская Федерация, Украина. И во втором полугодии переориентировались, но мы не смогли, скажем так, догнать те планы, которые были в прошлом году. Поэтому этот год сформирован с учетом всех моментов. Пытание внешнеэкономичной деятельности сёлета увогуле будут находиться на особливом контроле старшини облвыканкама. Как плануется, у ближайший час с его уделом пройдет нарада по пытаниях работы дрэваапрацоўчага комплексу. Основная увага – снижение собекошту. Тычится это, до речи, и інших галин. При падении сусветных цен на некоторые виды продукции – это одинная махчимость зарабить их конкурентоздольными и отрымливать больше значные прибытки. Сярод інших потребований – сконцентроваться на выполнении доручения у президента Беларуси, даденных подчас наведывания Добрыжской паперовой фабрики и Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Активизации внешнеэкономичной деятельности посприяет так само распрацовка новых туристичных маршрутов, у тым лику медицинского туризма. Особное доручение Комитету по сельской господарце и харчаванне повысить эффективность товаропроводной сетки за межой. С уликом того, что значная частка продукции идет на экспорт, от этой галины сюлета так само чакают валютных поступлений. Как плануется, у наступным месяце на Гомельщине почнутся полевые работы, от выников яких у значной ступени будет залежить будущий урожай. Сёлета, до речи, он плануется выше за леташни. 1 195 000 тонн зерневых, 125 тысяч тонн бульбы и 58 тысяч тонн городнины. До 7 соковика техника повинна быть полностью готовая до работы на палетках. Задачи напруженные, але выканальные. По прошлому году уже середина марта месяца уже приступили первые зерновую группу. Это в основном овсы. Я думаю, что в связи с такой погодой, наверное, в этих числах тоже в марте месяце будем приступать к севу зерновых колосовых. Олег Сентюров, Сергей Нигаревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».